Удивительная новость. У семьи помощника Владимира Путина Игоря Левитина обнаружили многомиллионные активы за рубежом. И это во времена, когда сам президент России выступает за отказ от офшоров и возвращение денег в страну. Игорь Левитин занимает должность помощника президента с 2012 года. До этого он был министром транспорта, что, очевидно, помогло ему получать больше всех членов правительства. В 2020 году Левитин задекларировал целых 43 миллиона рублей, что, как оказалось, намного меньше, чем активов его семьи, у которых их нашли на 300 миллионов долларов. Давайте разберемся, чем же владеет семья помощника президента. У брата Левитина Леонида, в собственности которую он приобрел на пару со своим хорошим другом-совладельцем Южкузбасс-угля Юрием Кушнеровым, есть небольшой участок земли, всего 3 гектара на побережье Адриатического моря, что в Черногории. Недавно на данном участке разрешили возведение 5-звездочного отеля вместе со всеми удобствами в виде парка и 16 виллами. В проект предполагается вложить 55 миллионов долларов. Также Леониду и его жене принадлежит 3 квартиры в Карловых Варах, что в Чехии. Загвоздка в том, что данные квартиры были приобретены с помощью кипрской компании Quartia Limited и чешской Tratado Invest. Помимо квартир, у супругов имеется несколько нежилых помещений и парковочных мест. Если кому интересно, стоимость 3 квартир общей площадью более 350 квадратов составляет от 500 до 700 тысяч долларов. Среди весьма неожиданных активов семьи можно обнаружить и дом престарелых, который находится в небольшом городке Ченков, который также находится в Чехии. Строение в 3 этажа и площадью около 2000 квадратных метров используется с 2015 года и принимает постояльцев со старческими проблемами. По открытым источникам можно узнать, что строительство обошлось в более чем 2 миллиона евро. После всего услышанного можно предположить, что у родных помощника президента есть только зарубежная недвижимость. Но это не так. В России Левитины владеют ни много ни мало целым микрорайоном, который находится в Питере. Комплекс имеет площадь немногим меньше, чем 200 гектаров. Активы компании Пушкин, которая и является застройщиком данного участка, оцениваются в 5 миллиардов рублей. Леонид и Неля Левитина через кипрскую компанию Quartia Limited как минимум до 2019 года владели 64% акций компании-застройщика.